Зацепили машину, вы видели? Посмотрите, вот, идите сюда. Смотрите, это след от машины, которую вы зацепили. Скрылись с места ДТП. И мне рассказываете, что я вас еще неправомерно фотографирую. Где а где ваша водительская? Я сейчас вызываю полицию. Права. Что вы говорите? А вы имеете право машины цеплять? Секундочку. Без формы, без и этого. Что? Я без формы, и что? Вы, смотрите, зацепили машину, скрылись с места ДТП, да и вы мне рассказываете. Я пошел. То есть вы с места ДТП скрылись еще по я скрывался с места. Вот, у тебя есть заявление? Я сейчас заявлю в полицию, прямо сейчас, что вы зацепили машину, скрылись с места ДТП. Вот, на вашей машине, даже на вашей машине. Да ничего там нет, это у меня, это его что? Смотри у меня. Слушайте, я сейчас... Что? Да вы при мне только что зацепили на парковке автомобиль. Что мне рассказываете? О чем с вами разговаривать? Вы мне еще посылаете. Зацепили машину, нагло скрываетесь. Ладно, вместо давай. Того, что давай. Давай. Что давай? Я нагло скрываюсь. Ну давай. А как это называется? Ну вы зацепили раз, только что машину. Раз. Какой? Нету следующего раза. Вы сейчас должны остановиться. Мы вызовем полицию, зафиксируем. Заплатите человеку ущерб и все. В чем проблема? А ты при чем? Смотрите, какая ситуация. Вот вас смарт ехал, вас ударил. Я просто ехал на машине, стоял смарт, и он вас задел. Вот, я этого урода догнал, не переживайте. Я догнал его, я сейчас вызвал полицию. Она сейчас вот-вот должна подъехать. Если вы подождете буквально чуть-чуть... Буду вам признать. Если подождете чуть-чуть, мало того... Вот, нас он ехал. Мало того, ну, была девушка, ничего. Девушка ехала. Нет, сейчас мы все, они приехали как раз, сейчас мы все оформим. Они сейчас просто зафиксируют это дело, чтобы вы стояли правильно, чтобы вы ничего не нарушили. Паркуйтесь сюда. А вот вам удобно будет встать. Заезжайте. Давай. Заезжай. Еще чуть-чуть. Нормально. Здравствуйте. Сейчас. Вы только наручник поставьте, чтобы не укатилось. Да не укатится. Смотрите, ситуация какая. Сейчас, секундочку. Да вы не суетитесь, все нормально. Я вас вызывал, смотрите, как ситуация. Я двигался здесь по улице. Вы вниз ехали оттуда, да? Да, стоял смарт вот рядом припаркованный там. И он когда выезжал... Это вот молодого человека. Его тут не было на месте. А, вы вдвоем, да? Послушайте, никого не было на месте. Я ехал здесь по этой улице. Был автомобиль здесь, смарт припаркован. Он когда выезжал, садил автомобиль. Автомобиль стал на парковке, водителя не было, он вообще был дома. Он только что подошел. Я догнал этого, я остановился здесь, говорю, ты машину задел. Он начал там, ничего не задел. На смарте? Да, у меня все зафиксировано. Я его догнал там. Мы с ним вышли, у нас случился диалог. Я зафиксировал на его автомобиле повреждения. Вот это он, да? Это он ударил. На его автомобиле, я вам сейчас на видео покажу, такие же точно повреждения. Его лицо, кто был за рулем, все есть. Мало того, ехала девушка сзади нас. А девушка все зафиксировала на видеорегистратор. Сейчас я с ней договорился, она поехала, все это скинет. То есть есть полностью, есть видеорегистратора. То есть он еще есть скрылся лицо, с места ДТП. Мало того, я его догнал. Девушка, да, я его догнал. Я попросил, вы никуда не уезжайте. Говорю, вы скрываетесь с места ДТП. Он говорит, что нахер он тебе надо? Я, короче, послал. Он меня как обычно... Что за человеком? Я вам покажу сейчас видео. Давайте вот сюда. Да, то есть я просто попросил человека, чтобы он никуда не перемещался, чтобы зафиксировали. То есть я так понял, стоял смарт. Скажите, пожалуйста, что конкретно будет с этим водителем? То есть сейчас что будет? Какие действия вы предпримете? Вы объявите его? Он ехал вместо с ДТП, мы сейчас его пробьем машину, вернем его и будем составлять. Административный протокол. Да. То, что он скрылся с места нарушения, это усугубляет его ситуацию? То есть на него будет, я знаю, что за такое забирают права, если человек скрылся с места ДТП. В данном случае будут к нему такие меры?
Да, сейчас приедем, на месте разберемся. Сейчас нужно его отобрать пояснение, что он, почему он так сделал, почему уехал, что он считает по этому поводу. Я вам оставлю свои данные, если нужен, то я вам предоставлю всю информацию. Да, хорошо, сейчас все будет.